26 талантливых ребятишек заслужили финансовую поддержку из местного бюджета. Лучшие воспитанники художественных и музыкальных школ стали получателями стипендии мэра. В детской центральной школе искусств состоялся концерт стипендиатов. Конкурс проводится уже в 16-й раз. В этом году на денежную премию претендовало 45 человек. Лучших определили по трем направлениям – инструментальное, вокальное и художественное исполнительство. В мае происходит отбор, очень жесткий отбор. К нам приезжают преподаватели из музыкального колледжа областного имени Фредерика Шопена. Они отбирают самых лучших претендентов на стипендию. И вот по осени мы уже можем показать ангарчанам тех ребят, которые удостоились этой замечательной стипендии. Сумма ежемесячной стипендии варьируется от 500 до 1500 рублей. Разнятся и сроки выплат – от 9 месяцев до года.